одно произведение, которое было написано нашим соотечественником, он живет в Греции. Специально написал по приезду мне сюда. Он не написал, она есть. Просто аранжировал для вот этого прекрасного инструмента. Название, думаю, вы поймете сами. Thank you.
как и, наверное, ставить за собой надежду, чтобы концерты наших выпускников не заканчивались на этой сцене.